Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Skyrim. Мы находимся в тех самых руинах Двемеров. Мы нашли в итоге после всех этих злоключений путь к этой книге. То есть мы включили рубильники. Вот она вылезла, осталось ее забрать. Это получается уже четвертая наша книга, да? Давайте посмотрим, к чему это приведет. Как обычно, ничего хорошего ждать не приходится. А Доша как же? Если он узнает, что я в этой книге, он просто убьет этого мага. Он же бешеный. Он за меня пасть порвет. Так, хорошо. Изучить сокрытые знания пистолярной проницательности. Я так думаю, здесь опять могут быть эти непонятные ктухи. Так, ладно, прячемся. Не, ну это, конечно, прикольно. Такое, опа, явно не каждый день увидишь. И это все, подумайте, это же из книг, это вообще ненормально. А это больше похоже на червей, чем на, собственно, жидкость какую-то. Давай, давай. No. Ну ладно, нормально вроде. Она все гнется. Необычно по такому коридору идти, конечно. Так, что-то я ничего хорошего не жду от этого вихря. Ну, вроде нормально. Так, окей. Что? А, понятно. Тихо. Я так и знал, что они полезут. Пакости что-то. Какой гибкой тут все. О, какая пакость. Это капец просто. Это ненормально. Так, ну давай сюда. Все, и поехали к мостику. Пока что вот это вот, то, что связано с этими книгами, это лучшее, что есть в дополнении. Настолько необычно, что просто временами берет отрыбь. Но посмотрите на это дерьмо, это же просто пипец какой-то. Это ненормально. Глава 2. Ого. Так, а там у нас неприятный товарищ. Что-то мне подсказывает, что сейчас мы нажмем на эту штуку, и вот этот весь туннель превратится в поверхность, который будет от одной стены к другой. Что-то я как-то, у меня язык себе не поворачивается. Так, поэтому давайте спрячемся. И сейчас она разгладится, нет? Ну да. Это было ожидаемо. Вообще, меня больше беспокоит не он, потому что с ним мы уже умеем справляться. А что вот это вот такое? Так, давайте сначала разберемся с большим парнем. Это делать довольно просто. Тихо. Вы заметили, что он постоянно руку правую поднимает к плечу? Такое ощущение, что анимация у него от тех гигантов, которые с мамонтами ходят. Спокойно, ну. Так, теперь. О, ребята. Прячемся. Как
Потерялся? Потерялся. Это хорошо. Моя скрытность, конечно, меня выручает. С другой стороны, если бы я был ударником, то... Я думаю, я просто их размотал бы. Ну, не знаю. Вы бы как-нибудь разделили, что ли, я не знаю. Посмотрите просто на эту пакость. К ним не подойдешь, потому что они вместе. А с луком? Последняя стрела хорошая. О, хорошо. Теперь железными. О, у вас уже трое. А, ну да, вы же можете увеличиваться в количестве. Так, первый ушел. А мы прячемся. Видят, нет? Вроде все. Блин, ну это все очень странно. Вот это посмотреть просто как-то ненормально. Ладно, и сюда. Так, тихо. Сейчас почистим. Так, ну я думаю, почему бы нам не позвать Акаки? Акаки, иди, помоги. А мы тем временем пойдем убивать этого парня. Все? Молодца. Так, и что это у нас? То, что нужно? Хорошо, сначала мы посмотрим, что у нас вот тут. Понятно. Да ты успокойся, ну. Помните, как его страшно убили в Обливионе, да? Это просто ужас. Ни за что, ни про что. Он верно служил темному братству. Так, глава 1. Это нам явно не нужно, потому что мы там были. Если я все правильно понимаю, конечно. С тебя что-нибудь брать? Золотишко. Кольцо я не возьму. Ну его нафиг. Кто-то в комментариях обязательно напишет. Продать, конечно. Ну, сколько там у меня? 105 тысяч? Не нужно. Глава 3. Это мы еще не видели. Там вы посмотрите, опять кто-то стоит. Сейчас познакомимся, похоже. Что он там делает вообще? Книгу читает? Нормально. Мой клинок твой. Ассасин, ты палишься. Так, здрасте. Ой, что-то мне как-то... Не особо хорошо на этой поверхности. Рубай, рубай его, ну. Так, что? Где? Их опять стало много. Все? Веди, брат. Да ладно, нормально. Так. Понятно. Это у нас вообще неприятная жидкость, оказывается. Если ты будешь на ней стоять, тебе наступит край. Поэтому пойдем. Жизни мало, но я думаю, сами восстановится. Может, прикончим случайного прохожего? В нашем деле нужна постоянная. Ты как, нормально вообще, нет? Какие здесь случайные прохожие могут быть? Ты посмотри на это место просто. Конечно, случайные.
Что это? Слава спасителю темного братства. Знаете, я от этой лестницы ничего хорошего не жду. Я так думаю, что где-то на середине нас ждет неприятный сюрприз. Хотя, вроде поднялись. Я просто здесь уже везде жду подвоха постоянно. Больно уж поганое место. Так, но это мне не нужно, тем более, что оно стоит в центре неприятной лужи. Так, я думаю, неплохо будет сохраниться, потому что там вон очередной поганец гуляет. О, снова кишка. Пока. Не, смотри, зайцем поехал. Так, ты со мной? Со мной, смотри-ка. Сейчас мы его намотаем по-быстрому на ножик. Давай, отвлекай. Он нас все-таки уже увидел. А его я столкнуть не смогу, по-моему, да? Да, бесполезно. Так, понятно, такой размер что-то меня не устраивает. Вот нють. Нет. Так, Миронус не помогает, окей. Ну чё, один на один. Я думаю, нужно аспект дракона на нем применить. Заодно посмотрим. Говорят, хорошая вещь. Так, и что это нам дает? Защита, в принципе, как была говно, так и осталось. Так, ну, давай. Давай, давай, давай. Все, там ищущий. Надо маленько затихариться. Как видите, в открытом бою с ними довольно сложно. Но открытый бой — это совсем не наша стихия, так что ладно. Вообще, по идее, я бы хотел туда сходить, посмотреть, что там. Но... Так. Золото тут дают, конечно. Икра рыбы-убийцы. Круто. Это я уже пробовал на вкус. Так, обруч малой магии. Медный обруч. Ничего не возьму. Так, вон там поганцы. Давайте сходим, посмотрим, что на самом деле там находится, на другом конце этого коридора. Что-то определенное есть, да? И там тоже. Только сохранимся, потому что я сейчас наверняка упаду. Ну, броня такая прикольная становится. Мне нравится. Так, что тут? Офигеть. И там уже нас ждут. Нужно подобраться и убить его, потому что если издалека из лука стрелять, он будет плодить сородичей. Это нам совершенно не нужно. Где ты куда делся?
Ну, нормально. Куда я иду, честно говоря, вообще не понимаю, но... Понял. Да блин. Япона мать как с вами непросто, а? Я уже хочу просто выбраться отсюда. Еще есть? Добрый день. Свободен. Так, ну все. Ненавижу этих гадов. Интересно, сколько у меня будет эта броня? Потому что она мне, в принципе, своим видом нравится. Но я думаю, на заметности это все сказывается не лучшим образом. Потому что свечусь я как гирлянда какая-то. Что? Куда? Ой, тебя только не хватало. Что-то мне как-то сегодня не задалось с ними. Со всеми драться приходится. Ну ладно, нам-то что, наше дело маленькое. Так, а куда мы пришли в итоге? Куда нужно? Что-то сомневаюсь. Тут мы проходили только что буквально. Что же нас ждет тут? Так, окей. Блин, мне не нравится это место. Я хочу выбраться отсюда. Чё, где, кто? Опять вы. То есть мне нравится, но мне не нравится это место. Вы посмотрите, это же ненормально. Я хочу... Просто хочу убраться отсюда. Здесь как-то слишком шизово. А тут кругом, смотрите, эти товарищи. Книжки читают. Я, пожалуй, даже в бой вступать не буду, если смогу. Просто пройду мимо. Оп, я так и знал. Не получится. Окей. Ну, в принципе, пойдет. Где-то снизу подо мной ходит еще один. Поэтому надо быть потише. Великий камень душ пустой, поэтому ну нафиг. Золото, малый лабиринт, песни. Так, свитки тоже не нужны. Ну вот это возьмем. Стоит, ой, весит, конечно, 27. Ну его нафиг, нет, не возьмем. Это же двуручник. Ну да. Офигеть. Не, ну это слишком круто. Так, вот и действие доспеха прошло. Эпистолярная проницательность. Наша цель. Well done, my champion. Your journey towards enlightenment has finally led you here to my realm. As I knew it would. Что тебе нужно, мой господин? Your progress and obtaining my Arcana Infinium has been rapid. And now I find you here. Following in my servant Murat's footsteps. You. Это слишком ненормально. Притворимся его слугой пока.
Да, я здесь, чтобы раскрыть секреты Мирка. To use your power as Dragonborn, to bend the world to your will. Here then, use the knowledge you need, although you did not know you needed it. Офигеть. The second word of power. Use it to bend the wills of mortals to your purpose. But this is not enough. Mirak knows the final word of power. Without that, you cannot hope to surpass him. Mirak served me well. And he was rewarded. I can grant you the same power as he wields, but all knowledge has its price. Какова твоя цена за последнее слово силы? Knowledge. For knowledge. The Skaar have withheld their secrets from me for many long years. The time has come for this knowledge to be added to my library. Скалы. Как я могу доверять тебе, демон? My word. Is as true as fate, as inevitable as destiny. Bring me what I want, and I will give you what you seek. Send the Skaar Shaman to me. He holds the secrets that will be mine. Ох, у меня есть ощущение, что мы влезаем во что-то совсем нехорошее. Но я исполню его волю. Я считаю это достаточно интересным. Игра определенно стоит свеч. Свеч. Так, сила. Подожди. Мороз драконорожденного. Пламя. Сила. Давайте посмотрим, что. Крик безжалостной силы наносит больше урона и может разорвать противника. Круто. После убийства противника криком огненное дыхание, из его трупа появляется огненный змей, сражающийся на вашей стороне в течение 60 секунд. Nope. Заковывает противников в лед. Пожалуй, я воспользуюсь силой дракона рожденного, потому что, по-моему, это будет очень круто. Там этого определенно стоило. Ну что, скалы? В принципе, я могу пожертвовать ими ради этого знания. Подумаешь, какая-то деревенька, заброшенная в Солстейме. Почему бы нет? Different people have very different experiences when reading these books. Теперь я знаю второе слово подчинение воле. А, блин, я не то ответил. Ну, поняли. У меня был разговор с Хермиос Морой. What did he have to say? He must have wanted something from you. Он хочет тайны скалов в обмен на обучение меня третьему слову силы. What secrets could they have worth keeping from old Mora? Sounds like a bargain to me. Hermaeus Mora learns some fascinating new ways to skin a hawker, and you become the second most powerful dragonborn that ever lived. Well, that gives me a lot to think about.
I need to get back to Telemithrin. I have some ideas about how to locate more of these black books. Так, ну что, это круто. Дождь, ты тут как? Не убил никого пока. Просто посмотрите на этого головореза. Кого убить, говорит? Кого? Кого? Ну что, давайте на этом закончим. В следующей серии, я думаю, пойдем к скалам. Попробуем поговорить с ним на эту тему. Что-то, мне кажется, они будут категорически против, потому что это все-таки демон. Они вроде как против демонов. Ну, не знаю, посмотрим. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.